Как сегодня прошло с психологом? Она считает, что мне надо быть общительнее и заняться с кем-нибудь сексом. Про секс она не говорила, я сам добавил. Я чудила. Все так говорят. Я не всегда понимаю, что люди имеют в виду. Сэм, аутизм вовсе не помеха любви. Девчонки меня не замечают, а я не распознаю их намеки. Она же тебе улыбается. А теперь убавь процентов на 70. Трейси, почему в моем списке дел написано «вытащить чулы из задницы»? Не знаю, но раз написано, надо сделать. Штаны не могу найти. Сериал от Netflix. Сэму нужна девушка. Мы с тобой не сильно старше были, когда познакомились. Пусть живет своей жизнью. Хочешь знать, как девчонку завалить? Я отвезу тебя в город пилотов. Нет такого города. Нет, никогда в жизни. Он научится определенным приемам. Я уже не ребенок, я много чего умею. Они помогут справиться с разбитым сердцем. Иногда так хочется быть нормальным. Чувак, нормальных не бывает. Порой для того, чтобы быть как все. Ваш сын хочет быть любимым не меньше, чем любой из нас. Пейдж. Так пусть пробует. Необходимо выделяться. Моя семья на грани. Все крутится вокруг Сэма и аутизма. Не пора уже собой заняться. Тот, кто придумал, что практика приводит к совершенству, был идиотом. Человек не может быть совершенным. Ведь мы не машины. Единственное, что дает практика, это навыки. Нетипичный. Я очень-очень надеюсь, что когда-нибудь я все-таки увижу сиськи. 11 августа.